Эта шхуна здесь очень кстати.
направился в Кингстон. Изымем этот корабль и последуем за ним. Простите, Кингстон? Нет-нет, наш путь лежит в Гавану. Я лишь купил... Но я же ни в чем не виновен. Мы встали на якорь, чтобы пополнить запас провизии. Стоять! Держи их! Дай мне хоть одну причину не убивать тебя! Возьмите мой запах! Забирайте все! Я заплачу! Скажите, сколько? О боже! О боже! Возьмите мой сахар, забирайте все! Я заплачу! Скажите, сколько? О боже! О боже! Возьмите мой сахар! Забирайте все! Я заплачу! Скажите, сколько? О боже! О боже! Возьмите мой сахар! Забирайте все! Я заплачу! Скажите, сколько? О, слава Богу! Спаситель! Премного благодарен. Он ваш? Да, он мой. Но, увы, вот его капитан. Я же в мореходстве профан. Я вполне могу повести его сам. Вы же не скроетесь с моим кораблем? Дункан, ваше имя, друг? Стит Боннет. Господин Боннет, строго между нами. Я выполняю тайное поручение Его Величества, и мне срочно нужно в Гавану. Какое счастье! И мой путь в Гавану. Отправимся вместе. Союзники, стало быть? Слава Богу, сэр. Поначалу я принял вас за пирата. Правда? Да. У вас особая манера держаться. Сразу видно, вы не шутите. Я струсил. Но сегодня и день богат на разные события, согласитесь? Шлюпки нет. Опасаюсь, кораблю нам придется плыть. Могло бы быть и хуже. Камзол.
Приветствую на борту, Дункан. Шхуна скромная, но больше он мне и не нужно. Возить товары с плантации. Нормально. Ветер крепчает. Пойдем на всех парусах. Чувствую ветер в волосах. Как это бодрит. Живительный запах могучего океана, крепкий аромат возможностей. Правильный настрой, дружище. Мы несемся быстрее самого ветра. Матросы весьма обеспокоены тем, что в этих водах могут быть пираты. Как думаете, они были правы? Возможно. Но в основном пираты у наветренного пролива между Кубой и Испаньолой. Понятно, да. Там оживленный путь. По правде говоря, что нам опасаться пиратов? Корабль невелик, на борту ничего ценного. Сахарный тростник, вата, ром, подобные товары. Какой пират в своем уме откажется от бочонка рома? Что ж, да, тут вы правы. Рифить все морселя! Наполни каждый дюйм! Вы прирожденный моряк. Я успел немало постоять у руля. 2 года был матросом на капере. Черт побери! Вот жизнь достойная мужчины. Столько приключений. Изумительно. Да, странного я видел немало. Многообещающе. Так, спокойнее. Ну вот, с возвращением. Ну, показатели в норме. Убедимся, что с тобой все нормально. Покрути головой и посмотри на лампы. Сюда. Вверх. Вот так. Вниз. Пока все хорошо. Вставай. Ну, ты в проекте образец 17. Для начала тебе понадобится вот это. Ну вот. Тест, 1, 2, 3, привет, бонжур. Все бон? Работает? Ну что, прогуляемся? Выходит, исследование памяти тебе не в новинку. Странно, что опыта мало. У тебя талант.
Потоки данных стабильные. Солидно, да? Этому зданию всего полгода, но Abstergo Entertainment работает уже несколько лет, с 2010-го. Мать его бабки по материнской линии была из Азии. Не путаешься? А мать, посадка. Понравилось. Знаешь про Liberation? Наш первый проект с технологией Animus. Это было только начало. Очень скоро мы начнем распространять коммерческие серверы Animus по всему миру. Только пассивный режим, конечно. Адаптация истории. Самое интересное. И есть идеальная тема для первого полноценного проекта. Карибские пираты. Работа для тебя. Надо подождать. Спасибо, Нэнси. Бонжур, Нэ. C'est bon, c'était prêt. Magnifique, merci.